комментариях в сегодняшней игре? В сегодняшней игре? Ну, я думаю, начали, выигрывали. Потом, я думаю, что они подумали, что игра сделана. И как так, как вчера выиграли, сегодня тоже. И потом не играли. Просто не играли. Ну, а в конце случилось то, что случилось. Они не играют, начинают фалить, начинают игроки вылетать отсюда тоже послопан, накатанный. И надо пересматривать отношения. Ну, это девочки, я могу сказать. Одна игра так. Ну, пока я не вижу ответственности никакой. Ну, и то, что, я думаю, это сказалось очень, то, что некоторые игроки наши, у нас и так состав такой, что маленький, они в четверг-пятницу играли еще по первой лиге. И это тоже сказывается. Ну, как бы там две игры, пускай они там не все время играли, но играли. Ну, думаю, надо это все пересматривать и какие-то задачи ставить. Или там играть. Там есть кому играть, а у нас нет. У нас каждый день травма и травма. Ну, вообще, скоро вообще некому будет выходить. Какими-то действиями довольны остались после сегодняшнего игры? Не знаю, могу только выделить одного игрока. Это капитана команды Хомяк Виктория. Это та, которая с начала до конца боролась. Жмурко сегодня ничего не показала. Такое ощущение, что у нее не было сегодня желания играть или что-то делать. Я не знаю, если она не будет помогать ей играть, то те могут помочь. Они моложе, им нужно опыт, им надо набирать. Ну, пока других пока мало, что можно. Они набирают только 16-18 лет. Так что... Не знаю, будем смотреть, что оно будет. Сегодня, во-первых, у нас было, ну как, по сравнению со вчерашним, то есть мы физически лучше выглядели. Ну, опять же, не хочу ссылаться на то, что там дорога и все остальное. Ну, как бы переезд, он всегда есть переезд, да. То есть и было видно, что мы сегодня играли именно в командный баскетбол, такой, какой я хотел, чтобы это было вчера, чтобы они давали передачи, не единолично решали вопросы. Вот. Ну и, конечно, что у команды Винницы много травмированных игроков. Как бы нельзя сказать, что это на руку сработало, но есть так, как есть. Вот. Плюс активная игра в нападении, посадили их лидеров за 5 фолов. Соответственно, зацепились. И, ну, там было уже тяжело, конечно. Если бы проиграли, это было бы, конечно, тренерский фейл. Поэтому... Спасибо большое.